Жил на свете самосвал. Жил на свете самосвал. Он на стройке побывал. Подкатил с утра к воротам. Сторожа спросили: «Кто там?» Самосвал ответил так: «Я привез отличный шлак». Молодчина самосвал, где он только не бывал. Он кирпич возил и гравий, но, увы, застрял в канаве. Буксовал он, буксовал, еле вылез самосвал. Говорит: «Меня не троньте, я сегодня на ремонте. У меня помята рама». «Алексей, — сказала мама, — ты успел в канаву влезть?» Дело в том, что самосвалом был Алеша, славный малый. Сколько лет ему? 6 лет. Самосвал сигналит громко: «У меня сейчас поломка, но с утра я снова в путь». «Хорошо, — сказала мама, — но пока Алешей будь. Молока попьешь и спать». Что ж, пришлось Алешей стать. Где Алеша? Спит уже. Дома спит, не в гараже. Веревочка. Весна, весна на улице, весенние деньки. Как птицы заливаются трамвайные звонки. Шумная, веселая, весенняя Москва, еще не запыленная зеленая листва. Галдят грачи на дереве, гремят грузовики. Весна, весна на улице, весенние деньки. Тут прохожим не пройти, тут веревка на пути. Хором девочки считают 10 раз по 10. Это с нашего двора чемпионы, мастера. Носят прыгалки в кармане, скачут с самого утра. Во дворе и на бульваре, в переулке и в саду, и на каждом тротуаре у прохожих на виду. И с разбега, и на месте, и 2 ногами вместе. Вышла Лидочка вперед, Лида прыгалку берет. Скачут девочки вокруг весело и ловко, а у Лидочки из рук вырвалась веревка. «Лида, Лида, ты мала, зря ты прыгалку взяла». Лида прыгать не умеет, не доскачет до угла. Рано утром в коридоре вдруг раздался топот ног. Встал сосед Иван Петрович, ничего понять не мог. Он ужасно возмутился и сказал сердито он: «Почему всю ночь в передней кто-то топает, как слон?» Встала бабушка с кровати: «Все равно вставать пора. Это Лида в коридоре прыгать учится с утра». Лида скачет по квартире и сама считает вслух, но пока ей удается досчитать всего до 2. Лида просит бабушку: «Немножко поверти, я уже допрыгала почти до 10. «Ну, — сказала бабушка, — не хватит ли пока? Внизу, наверное, сыплется и звездка с потолка». Весна, весна на улице, весенние деньки. Галдят грачи на дереве, гремят грузовики. Шумная, веселая, весенняя Москва, еще не запыленная зеленая листва. Вышла Лидочка вперед, Лида прыгалку берет. «Лида, Лида, вот так Лида!» — раздаются голоса. «Посмотрите, это Лида! Скачет 30 минут! Я и прямо, я и боком, с поворотом, и с прискоком, и с разбега, и на месте, и 2 ногами вместе доскакала до угла. Я бы не так еще могла». Весна, весна на улице, весенние деньки. С книжками, с тетрадками идут ученики. Полны веселья шумного, бульвары и сады. И сколько хочешь радуйся, скачи на все лады.